사할린 송별시. 떠나는 이 발병이나 나주렴. 이 병길 서너 걸음 걸었을 뿐인데 갈래갈래 기회의 오솔길 다 다쳤다. 여기는 열두 계절의 끝자락, 풍설의 섬에 내린 첫날 전야의 그 즈음, 더 갈 길이 없는 다시 오기 위해 가기 위해 돌아서야 한다. 영원을 살듯 따사로운 들판에 춤 놀다. 체림샤 크랍의 봄맛에 입술 떨리다. 아호츠크의 파도 햇살에 짧게 눈부셨다. 낡은 단풍이 건네던 순간의 멋을 지나 나는 장중한 눈보라의 아리랑 누각을 돌아 3년 아리랑 곡에 이제 넘어간다. 코르사코프 언덕의 그 빨간 눈길들, 미즈호 마을의 원한 서린 영혼들, 브이콥 시네고르스크의 검붉은 탄식들 가슴에 담아 무거운 사랑의 어깨로 돌아서야 한다. 사할린, 이제 사랑의 섬 떠나는 이어 노댓걸음 못가 발병이나 나주련. Мне, уезжающему, приостановиться. Директор Центра просвещения Республики Корея Ли Пён Иль. Прошел всего лишь 3-4 шагов, но возвращение в пути возможности все закрылись. Сюда прибыл в конце 12 сезона на остров Буранов, как новорожденный. Нет больше пути, чтобы снова вернуться. И чтобы уехать, нужно отвернуться. Как будто будем жить вечно, танцуя на насыщенной поляне, дрожащими губами, пробуя весеннее терем шу крабов. Волны бушующего Охотского моря кратковременно луч солнца ослепляет. Поздней осенней красотой любуясь, прохожу этот миг. Я кружусь, как вьюга торжественного ариранга, вокруг павильона. И сейчас прихожу в трехлетний перевал Ариран. Красные тропинки на горе грусти Корсакова. Вечная память духом скорби села Мидзуха, храня в душе темно-красных угольщиков. С тяжелыми плечами любви должен отвернуться. Теперь Сахалин, остров любви, уезжающему, дай приостановиться.